Всем привет, друзья, с вами Андрей, и мы снова продолжаем играть в фосмосфобию вчетвером. На этот раз мы победим любых монстров, найдем и угадаем любые загадки, поэтому мы начинаем, и я надеюсь, будет весело. Вот так вот я прервал всех, не хочу их слушать. Итак, сегодня у нас будет поиск очередных. Самая духа. Первая загрузилась, вот. Боже мой. Андрей, я бы попросил в следующий раз давать время поздороваться с вашими зрителями, с чатом каждому из нас. Вы слишком скоротечны. Я вам могу сказать так, что у меня трансляция не началась. Но она идет. Она у тебя началась. У меня пришло оповещение. О, да, Миша, будем. Завтра точно будем. Вы так. Что, все все забрали? А что все разобрали без меня, а я? Андрей тоже в свое время нашел одну. Бегу. Тут такой дождь, я не слышу ничего. Куда смотреть? Свет включи. Где? Вот здесь, Андрей, доска. Я пошла на второй этаж, и на втором этаже этим доверять. Так, вообще, что тут происходит? Где Костя? Да, Андрей, я здесь, Андрей, я ты, с тобой. Ты со мной, все. Не страшно. Я с тобой. Не страшно. У нас ни ЕМП, ни термометра, но мы с тобой. Мы рядом, мы вместе. А внизу не было костей? Внизу не было костей, скорее всего. Но я мог пропустить. О, вот. Вот кость, я нашел. Это забедренная. Ну ты можешь уйти? Подвиньтесь, пожалуйста. Я могу сфоткать ваши... Мы ищем призрака. Мы очень ищем призрака. Призрак, выходи. Дай нам знак. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. Ромрях не мечтаю. Телевизор мне свободу заменил. Так, ну здесь что-то давай никак. Передвигаться вот так вот. Смотри. Это называется непостоянный человек. Окей. Он вырубил свет. Бессовестный. Давайте его вырубим. Давайте вырубим его. Давайте мы просто найдем его. Да. Ну вот здесь. Так вот. У вас все приборы. Мы с ультрафиолетом. Почему подходим. Здесь-то? Мы ищем знаки. 9,5. Валов? Так, и где? Отпечаток ничего нет. Мишка есть. Да потому что не было отпечатки. А если я сделаю так? Я с маршрутом хожу, как будто я перепись населения делаю. А как вас зовут? Имя, возраст? Ваша национальность? Перепись населения вообще уже электронная. Извините, пожалуйста. Три циферки сзади карты назовите, пожалуйста. Говори правду. Нет. Привет. Свет выключи. Я выключу. Да у тебя фонарик. У тебя тоже? Нет. Да. Уважаемый, может быть мы будем... Вы там что, купитесь еще? Здесь все в порядке, здесь призрака нет, все нормально. Да. Ни отпечатков, ничего. Лазерный проектор не сработал, ищем дальше. Хоть что-нибудь нашли? Нет. Ничегошеньки. Да, слышно.
твою. Он дверь открыл, он открыл дверь, ребята, быстро сюда. Господи, я не... Он опять в... Смысл? 0-4. Где? Саша, вот опять мы с тобой играем, блин. А где? А вот нигде, все. Играйте сами. Я установил лазерный проектор, не надо мне кухонь-мухонь. Я ищу отпечатки, которых нигде нет. Я с блокнотом хожу. Уважаемый призрак, где вы? Показалось, или кого-то убили? А кого? За такое не благодаря. Надю убили. Почему Надю? Я хотела, чтобы тебя убили. А где Надя-то? Она в Бенеге. Уж какой, господи, боже уж мой. Ты посмотри на это. У меня нет фотографии, у меня нет места памяти. Все, ухожу отсюда. Я с вами не играю. Сейчас сделаем фото на память. Обязательно. 9 на 12. Наивной подписью на па. Ага, мять. Что случилось? А, фото! Ну что я могу сказать? Ну потеряли. Мне кажется, еще. Я не пойду туда. А я вошел почти. Не хочу. Мне кажется, сейчас будет третий труп. Выходи быстрее. Выходи. Нет? Бесполезно? Я специально думала, типа, надо сфоткать. Ты что, я какой-то... Вот мы и довеселились до того, что все померли. Ну, значит, буду разбираться самостоятельно. И значит так. А, ну не сфотографировали, ладно. Ну, бывает. Что у нас тут есть? Гараж. Одна видеокамера. Моя психика беда, у меня ноль. Ведь вообще ничего не поставили. Обалдеть. Так, блокнот они поставили куда-то. Так, что у меня тут еще? Так, отпечатки. Ну давай пойду. В гараж, значит. Сразу серьезный. Шутили, дошутились. Так, ладно. Так, я иду тебя искать.
кто не спрятался, я не виноват. А где он? Вот здесь, да? Ну, допустим, здесь. Окей. Ну, здесь я найду, не найду. А, вот, отпечаток. Есть отпечаток. Ребята, отмечайте отпечаток. Отпечатки поставьте, ребята. Все, это можно выбросить. Так, отпечатки. Отпечатки рук, хорошо. Так, дальше смотрим. Огонечек. А, мне нужно посмотреть в этот в лазерный проектор, либо призрачный огонек. Окей. Угу. Пока психика крепка, у меня не атакует. А куда они мне взяли? Так. Нет. Что-то не понял. А. Так, ну, например. Так. Это пусть будет так. В подвале, да, говоришь, этот самый проектор. Ну, вообще, молодец, конечно. Не, но он его установил, по факту. Тут, как бы, извини меня, не скажешь ничего. Окей. Так, отпечатки убрали. А МП, интересно, у него сколько? 4, 5? Но по звуку было 4. Ну, 4 максимум при охоте, а вот 5 не выдавал такой. Эффект. И МП-2. А, МП-2, окей. Господи. Ладно, уже поздно. Оп. Выбегай. Так, проверяем еще следующее. Проверяем призрачный огонечек. Я уже всех сфоткал на память. А, Надя? И призрачного нет. И голограмма я не вижу, да? Дверь закрывается. Так, хорошо. Так, я не вижу призрачного огонька. Хватит там бегать около гаража. Хватит там бегать около гаража. О, блокнот записи, Андрей. Есть? Да, есть. Отлично. Что мы можем исключить? Призрачный огонек. И лазерный проект. Минусовая температура, либо радиоприемник, либо МП. Я вижу... А, это просто... Лазерный проектор не может быть. Да, не может быть. Призрачный огонек. Так, моя психика еще крепка. А, берем радио. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Ты злишься? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Нам уйти? Ты девочка? Ты мальчик? Ты молодой? Твой возраст? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Ну не хочешь и не надо. Значит, это не радиоприемник. И минусовая, да? Проверит. Так, минусовая. Угу.
Носовой я не вижу. Минусовой нет? Нет. Это не минусовая, значит остается МП. Тогда это Мюллинг. Я выбираю Мюллинг и делаю здесь досвидулин. Все выбрали? Ну, фотографировать я его не буду. У меня уже все закончилось, вся память. Мимо. Да. Я угадал. А почему Полтергейст? Как это вот понял? А потому что, это игра. Точно. Я знаю, что да, не надо ставить то, что ты ставишь. Потому что это был точно не ЕМП, и минусовую температуру никто не увидел. Угу. Так, кто ЕМП я кричал твоей супруге. Ну что, набиваем 666 потихонечку. Что там надо докупить еще? Все надо докупить. А почему все пропало-то? Потому что умерла. Потому что ты умерла. Блин. Что за глупость? Охранять меня? Так мы тебя охраняли, я не знаю, что ты поперла сюда. Нам-то не страшно погибать. Сейчас это всего нужно покупать. Ну да, такая вот беда. А как мне нравится по два очка сразу получать. Раз. О, тихо. Нет, только нет. А то он обычно закатится, и потом его не вытащишь. Ну что это? Ну, подожди, дай. Итак. 195. Еще. Давай, да, с 200. Добью. Все, я добавила все. Не успел, да? Ну ладно. А где Слава-то? Надь. Да. Так он тут. А где ты был? Потом просто решил не отвечать никому. Дед, ты просто устал. А у тебя началась трансляция? Да. Дед, ты просто забыл. В обратку прилетело просто. Слава, Саша, мы готовы. Ну, молодцы. Я тоже. Только Слава один не готов. Я просто репостил. Репостил. Есть такая игра, постил. А он репостил. Есть игра портал. Я репостил твою эту запись. А, окей. А ты чё? Я его фанат. Мы фанаты друг друга. Так, все, сосредоточились, поехали. Все, ехай туда ей. Ехай, да. Давай, я с кем-нибудь, у кого ЕМП, а ты с термометром ходи. Саша, у тебя что? У меня ЕМП. У меня термометр. У меня ЕМП. Так, здесь что, ничего нет вокруг? Ничего не найдем? Свет включили? Конечно. Свет, он как в душе, понимаешь? Ура! Зеркало. Бегу. Я это не включил. Нет. Андрей, смотри ты. Твой стрим, ты смотри. Окей, давай. Ой, я не то выбросил. Подожди, ты куда? Подожди, мы выбежим из дома. Да куда тебе выбегать? Это ванна. Так, какая это ванна? Ванна? Ну какая из? Ну вот какая из? Я что-то мог сразу определить? Не знаю, какая-то вот, например, вот эта. Нет, это комната. Я думаю, внимательнее посмотри. Я думаю, вот это не она.
Это комната. Значит, та ванна дальняя. Это не может быть ванна на первом этаже, наш любимый? Нет, там слишком маленькая. Скорее всего, вот это. Да, вот это. О, вот, кость. Тихо. А, у меня фотоаппарата нет. Я его выкинул. Сейчас я подниму. Ну, запомни ее. Не убирайте, не забирайте кость. Нет, ребят, это не это. Это не это. Это и это. Это внизу. Внизу слишком маленькая ванна, и там нет внешнего... окна. Блин, я сейчас сама все посмотрю. А, может быть, та дальняя ванна. А где Костя? Вот она. Че? Вот не верю, Фома. Я вижу там, где это. Минусовая температура, ё-моё. Да. Я понял, что это... Минусовая температура. Это вот это ванна. Да, я же говорю, дальняя. Я так, у меня, значит, убить не минусовая температура. У-у-у, это демон. Нормально, что дверь открыта, и что кричать-то? Где она? Сколько МП было? Почему не вышло? Нисколько не было. Потому что это не атака была даже, это такое себе, это пару. Саша, иди скушай таблетки. Саша, успокойся, да. Нет тут отпечаток? Ну, я не знаю, блин. Тут ничего нет. А чем мне послали кушать таблетки, у меня... Так, что нам тут еще надо? Минусовая сделана. Блокнот. Если это демон, то он напишет блокнот обязательно. Блокнот. Черный. Когда еще поговорим? Зачем ты повторил эту? Какая ванна-то была, скажите мне. В первом этаже. Андрей, а вот это шакальство называется. Ну прости, пожалуйста. Вот туда, правильно. Ну куда-то пойдем. Вот здесь она, вот. Вот это ванна, вот это вот. 25%. Ты девушка? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Ты злишься? Ты старый, молодой? Что? Божешки. Сейчас. Кого убили? Кого? Так, я не знаю. Ничего. Если бы кого-то убили, это был бы самый большой лох на земле. Давай посмотрим, короче, это. Интересно. Душ идет. Нажми на кнопку. Причем сам. Так, здесь неинтересно. Здесь что? Ничего. Надо взять еще один этот самый. Датчик уже стоит. А. Ах. Бля. Так. Блин. Че это? Что случилось? Поставим их умирать там. А кто? Кого? Она была... Саня, у тебя нольная рассудка. Ветки пить. Охота... Охота крепкая. Я вижу её. Я тоже на кухне. Потому что они достали, что...
Все, чш. Да наоборот, погромче, погромче. Everybody. То есть вы хотите мне, чтобы меня убили, да? То есть это уже прошла. Спасибо. Можешь выходить. Хулиганки. Может быть, мы улики какие-нибудь будем искать? Может быть. Отпечатки рук, отпечатки рук, отпечатки рук. Есть записи в блокноте? Пока что нет. Лазерного проектора не может быть. Может быть, это демон. Да. А я не думаю, что это демон. Он вас не убил, а должен был. Ну вообще да, похоже на то, что демоны обычно убивают. Демон бы убил, если бы мы начали серебить. Это может быть Джин, он же свет не вырубал. Нет, кстати, еще ни разу. Вот. Охота уже была. Можно это Джин? Так, что нам надо еще узнать? Минусовая есть, записи... Но ЕМП был четвертый. А, я что мы можем... Не может быть лазерный проектор и не может быть радиоприемник, понятно. Я предлагаю сейчас всем спрятаться в шкафах, чтобы посадить немножко рассуда, чтобы выполнить задание. Можно. Я побежала искать. Что искать? Счастье. Шкаф. Что, ну, рассудок надо снять. Мы определили, что за демон? Ой, ну что за призрак? ЕМП работает. ЕМП третьего уровня пока что. Охота. Охота. Внимание. Внимание. Охота. Охота. Она в комнате. Она в комнате. Она вышла из ванной. Она в комнате. Зачем вот так вот громко говорить, особенно сидя в одной комнате здесь? Охота закончилась. Бежим! Это не ЕМП. Господи Иисусе. Мне кажется, Саша хуйня. Хотела, чтобы мы все умерли. Александр, я вам скажу очень отлично. Вы поступили как нехороший человек. Да, тем более ты орешь как в микрофон, когда ты рядом. Вас не убили. Ты даже выключил. Ты вот так. Поступила как нехороший человек. Точно. Я для охоты закончил. Очень быстро. Угу. Причем такая долгая охота вообще. Я больше туда не пойду. Не пойдем. А что это? А, кстати, Александра, у вас 80%. Да, кстати, я секундочку. А теперь иди сажай. Иди, пожалуйста. Надо выполнять задание. Надо выполнять задание, кстати, да. Я спонсор. Ну, здесь не поспоришь. Видишь, если что. Ладно, здесь не поспоришь, что теперь делать. А у тебя стрима нет, ты иди, в любом случае, сажай. А как хорошо, какой призрак возьмем? Мимик. Мимик. А у нас только джин, демон или канто. Сажайте рассудок. Я предлагаю выбрать. Вот ты взял. У нас остался один задание. Еще... Ладно. Зависит от вас. Надо.
Уже сразу охота, господи. Надо было закрыть дверь за ней. Это вот... Саша, прячься. Саша, не волнуйся! Саша, тихо сиди! Саша, все будет хорошо! Не переживай! Все будет хорошо, Саша! Саша, еще есть, сиди тихо! Не говори ничего! Вечери твое! А вот так вот говорят, что будет все хорошо, а потом что-то страшное да происходит! Так, посмотрим, мы смогли что-нибудь достигнуть? Нет, мы не смогли что-нибудь. Саша, все в порядке? Саша, где ты? Саша? Что такое? Где Саша? Она спряталась, короче. А, все, достигли ты этого уровня. Мы все выполнили, уходим. Демон-то такой. Я вам говорить не буду, сами выбирайте. Я твоя жена, мне-то можно? Ну чё, выбираем Джина, да? Ну, а я выбрала своё. Я тоже своё выбрал. Саш. Саш. Что ты делаешь? Пойдем, Мишель. Ну, вы пойдем. А, не здесь? Ах ты козявка какая! Ну, кого выбираем-то? Да, договоренность. Говорю, кого выбираем? А, всем пофиг. Ну, правильно, я был прав, Джин. Ладно, на этом я вечернюю серию закончу. У меня уже нервы сдают, поэтому... Если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите свои комментарии, пишите свои рекомендации, подписывайтесь на канал и до новых встреч. И кидайте донаты. Всем пока! Пока!